Первая мечеть ислама подвергнется изменениям. В Саудовской Аравии планируется значительное расширение мечети, краеугольный камень которой заложил сам пророк Мухаммад, мир ему и благословение. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман рассказал, что намерен увеличить площадь мечети Кубы в 10 раз. По этой причине историческую мечеть в Медине ждет масштабная реконструкция. После расширения мечеть сможет вместить до 66 тысяч прихожан. На данный момент в этом доме Аллаха одновременно могут молиться до 20 тысяч верующих. Напомним, мечеть Куба – первый дом Аллаха в истории ислама и первая мечеть в Медине, построенная в 622 году. Она расположена в 5 километрах к югу от мечети Пророка. В 2018 году наследный принц дал распоряжение о восстановлении 130 исторических мечетей. Мухаммад ибн Салман верит в важность этих древних сооружений из-за их богатого религиозного, социального, культурного и архитектурного значения.